здравствуйте, мои любимые, мои хорошие, тере-тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Сегодня мы опять в магазин, опять по делам, все время какая-то беготня. И сегодня, девочки, мальчики, обязательно сделаем с вами такой как ритуальчик по привлечению денег в дом. Вы же спрашивали, ждали? Ждали. Обязательно сегодня сделаем, потому что сегодня понедельник, а в понедельник, каждый понедельник нужно делать этот ритуальчик, и деньги будут в вашем доме. А сейчас мы заедем в Т1, это торговый центр в Таллине, у того самого, у которого колесо обозрения наверху. Я хочу вам кое-что там показать. И потом нам нужно с вами еще купить сливы. Мы будем с вами варить сливовое варенье. Это правильно. Хочу сегодня вас познакомить с местом, в которое я давным-давно хотела попасть. Обожаю ресторан Пильм в Эстонии, в Таллине. Вася уже увидел, как делают блинчики. Ну так, в общем, у них в Т1 в Таллине, в торговом центре, появился лед, как бы прилавок, и замороженный, и холодильник, и заморозка, что вот можно брать с собой, вот это вот кулинария насчет покушать. Боже мой, я так давно хотела сюда попасть и вам все показать. Значит, что здесь стоит? Свежие салаты за килограмм 11,50, 8,90. Моченые помидорчики 10,50. Блинчики по евро 90. Нутелла с бананом. Ветчина с сыром евро 90. С курицей евро 90. Все блины по евро 90. Сейчас возьмем. Кристина очень хочет, любит. Салат мимоза 5,90. 15,80 салат. Ну, как вот на этот оливье типа. Пожарские котлеты 3,50, картофельный шницель 3,50. Здесь безумно вкусно, очень вкусно. Жареные чебуреки по 3,90, хек 15,90, 15,20. Сюда, кстати, приглашаются на работу, если у вас вдруг желание поработать. И в заморозку. То есть взять здесь в заморозку, и у вас никаких проблем. По 5,50 пачка. С блинчики здесь с ветчиной, с лососем, сыр, ветчина, яблоко, корица, курица, сырники по 7,30, шарики сырные. Картофельные блинчики, это драники, наверное, да, 4,50. Вот, картофельные драники, картофельные блины. И сырники по 9,90, вот такие довольно большие пачки. А вы знали про это место? И сейчас еще покажу вам в холодильнике, что... Это такая точка, здесь всегда очередь, да, брата, я видела и читала. Блины, детские пельмени, 6,90, 300 грамм, всякие разноцветная пачка такая. Вареники по 7 евро, вареники с черникой 8 пачка, все очень красиво и очень аппетитно. Вареники картошки с грибами 7,50, с курицей 8,50 пачка, в пачке 500 грамм. С кроликом 5,50, с говядиной 8,50. А еще здесь есть холодильник с котлетами. Пришли домой и только на сковородку. Котлеты домашние 8,90, 520 грамм. Какие аппетитные котлеточки. С кабаном 15,90, 520 грамм. Щучьи котлетки. Котлеты щучьи, верченые, перченые. Как с Иваном Васильевичем, 12,90 за 500 грамм. Пожарские котлеты, упаковка 360 грамм, 7 евро. Куриные 7 евро, полкило. Фрикадельки домашние 9,50. Куриный шницель 3,70. Куриные наггетсы 6,30. И бургеровская котлета 300 грамм 6,90. Бараньи.
и бараньи котлетки по 7,90. И сладкий отдел здесь тоже есть. Все эклеры по 2,30 с фисташками, с карамельным кремом, с шоколадом по 2,30. Кармашки с творогом 2,80. Наполеон на развес 2,90. Ромовое пирожное глазурованное на евро 80. Медовик на развес 20 евро 90 центов. Кофе здесь тоже можно взять с собой, и евро 90. Это прекрасное место, потому что у них очень-очень вкусно. Так, мы берем с собой срок, давай, вот, о, срок ноябрь 24 года. Ага. Ну так а что плохого-то? Нет, я говорю, нормально. А, нормальный срок? Да. Так, мы берем с собой, значит, яблоко с корицей, нутелла с бананом и творог с... Творог с черникой. Вот это мы берем с собой. Тере. Тере. Еще у них здесь есть селянка 10,90. Это, наверное, как основа. Борщ 9,90. Здесь есть супы и гуляш за 19,90. Есть и куриная печенка. И пюре даже 7,90. А мне теперь надо за ежедневником сюда. Что-то я не укладываюсь уже ни в телефон, ни во что записи всех этих дел. Я думаю, что вам всем очень понравился этот Пельм. Советую вам всем, рекомендую туда приходить, потому что там действительно вкусно. Это того самого ресторана Пельм. Ресторана Пельм, вот это как бы кулинария, я так понимаю. Я, значит, рассталась с вами на том моменте, когда... Василий, ты хотел что-то? Тебя видно. Ты что-то хочешь сказать зрителям? Ничего не хочу. Давай заканчивай. У нас сегодня с ним романтические... Ну, ты можешь видеть через дверь, а? Мы со зрителями видим прекрасно твой чудесный силуэт, мужественный. В общем, я купила себе толстый ежедневник на 1,5 года, потому что я уже перестала успевать записывать всякие, ну, проекты, ну, по Ютубу, короче, всякие там вот эти предложения, все. Здесь уже писать все, искала, в общем, нашла. И сейчас я вам показываю обзор того, что мы купили вот в этом, в Пельме. Обожаю этот ресторан. Там настолько всегда вкусно, такая всегда подача вкусная. И когда я узнала, что у них есть вот еще такая вот... И, кстати, доставка, по-моему, тоже. Что можно там кулинарию купить. Это было просто, просто спасение. Наконец я добралась до этого места. Итак, обзор. А что здесь происходит за такое чириканье и прыжки? А, я положила семечки птицам. И здесь маркиз у нас кино. Кино кошачье. Кошачье кино. Синичкин дом 2. Ну да. А мы с вами, в общем, смотрим, что купили. Значит, я купила Кристине 2 эклера, потому что она сейчас незамедлительно взвоет. Были ли там эклеры где-то, которые мы ей, не дай бог, не взяли. Она обожает эклеры. Эклер шоколадный и с карамелью, что ли. Ну, любит человек эклеры, но слабость у нее такая. Взяли оливье, вот прямо, как сказать, этого кофейного. Знаете, как с ресторана, они ужасно вкусные. Я говорила там все эти цены. Ну, в общем, этот на 12,80 получился. Сейчас мы с мужем устроим романтическое посиделки. И вот будем салатик там. Так, это Кристине. Взяла ей блинчики нутелла и банан. Она в Петербурге, в Теремке чаще всего брала именно такие. Блины очень любила. И теперь это вот она сейчас, чтобы они не замороженные были, прям сразу. Блины. Такие-то парочку ей на сейчас после обеда. А мы с мужем взяли себе ветчина с сыром. Блины сейчас по парочке с вином. Салат, вино и блины. Вы когда-нибудь такое сочетание слышали? А вот у нас, знаете, нам прекрасно. Буду греть я их на сковородке. Я знаю точно, что они очень вкусные. И взяли из заморозку для того, чтобы ребенок
каждое утро себе грел эти блинчики и очень быстро собирался в школу. Я покупаю в Максиме, конечно, там всякие, но вот отсюда, с этого пельма, это, конечно, просто прекрасный вариант. Это заморозка. Купленные блинчики у нас с нутеллой, с бананом. Это те, которые в заморозке идут. А это, как это сказать, живые сейчас. Яблоко с корицей и творог с черникой. Вот, это все идет в заморозку. Встал утром, разогрел, какао сварил и школьные, вот этот вот до школы завтрак. Кому-то может после работы там. В общем, там прекрасно. Вот так что-то купить, какие-то котлеты, даже для селянки, основа, борщи и так далее. Очень довольна. Просто я мечтала об этом месте. Хотела туда попасть, я слышала о нем давно, но никак все, не доходили руки-ноги. Ну, со всеми этими дачами, травмами. Очень много потерь, но у меня всего ничего, я наверстаю. Вот, и, конечно, мы заехали еще в обычный магазин. И что купили? Нам нужно с вами сварить сливовое варенье. И кое-чего опять. Знаете, кончается, то кончается молоко, то кончился хлеб, то чего-то. Вот оно любит так кончаться. Если бы оно кончилось, все одновременно поехал и затарился. А оно вот так вот, то этого нет, то этого нет. В общем, обзор продуктов, цены в Эстонии в 2024 году. Так, у нас опять закупка, не было ополаскивателя, и еще я очень хочу сварить, все-таки успеть сварить, девочки, мальчики, варенье сливовое с корицей. Ополаскиватель для белья, кефирчиком, две ряженки, два кефирчика, обычный вот эстонский хеллос, хлеб, чек сейчас вам покажу, литр молока. И слив на варенье. В Максиме килограмм слив стоит €70. Так, то есть, ну как бы килограмм, я хотела 6 килограмм сварить. А сливы должно быть в чистом виде 6 килограмм, минус косточки. Поэтому я говорю, бери так, чтобы было там, ну, кило 200, кило 300 пусть, да. Как говорится, в грязном виде вот в этом. Чек был на €18. А, и чуть не забыла, 10 килограмм сахара, 79 центов за килограмм. Ну, муж говорит, что я тут этого поштучно там таскать, давай упаковку сразу 10. Ну, сахар нужен всегда дома, там что-то печешь. Ну, 10 пусть будет. И нам нужно с вами его в сливу, сливовое варенье, сливовое. Ну а теперь пришло время для ритуала. Для ритуала, для привлечения денег. Настраиваемся. Берем с вами коврик. У меня никогда не было коврика в доме. Это я объясняю для тех, кто не видел прошлое видео. Я купила коврик новый, сейчас покажу, для двери. Коврик должен лежать в квартире. Не за дверью, а в квартире. В общем. Каждый понедельник, девочки и мальчики, мы будем с вами привлекать деньги в дом. Для этого, у кого-то есть этот коврик, мы берем с вами для начала половую тряпку и хорошо моем порог и пол вот в этом месте, где лежит у нас с вами коврик. Помыли. Только при чистом пороге его мы будем мыть с вами каждый понедельник. Теперь... В шоке. Мужа напугали. Теперь берем. У меня новый половичок. У вас есть, если уже. То у меня новый. То есть мы этот половичок с вами стелим у порога. Берем монетку. Берем кошелек. Монетку. Абсолютно любого номинала. Совершенно не важно. Взяли эту монетку. Кладем монетку под коврик и говорим: монетка у порога, денег придет много. Монетка, помогай, богатство в дом приглашай. Да будет так, так и будет.
Да будет так. Запомнили? И каждый понедельник вот эту вот монетку, которая у нас с вами лежит, мы вынимаем, кладем ее в кошелек или куда угодно, тратим, неважно. Берем следующую любого номинала и снова кладем под коврик, предварительно помыв порог, вот это местечко, снова кладем эту монетку с теми же словами. Да будет так. Да так и будет в каждом вашем доме, чтобы было много денег. Сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы в вашем доме был достаток и тепло, тепло душевное. Теплой вам всем осени и солнышко в душе. И адака, каллисте нормастам.